Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить за Японию Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. На 20 цивилизаций, ну, в общем, все по вашему голосованию, о чем я рассказывал в первой серии, так что если вы вдруг пропустили первую серию, рекомендую перейти к ней. Ссылка есть в описании к этому видео, либо сверху в правом углу появлялась ссылка. Сходите, почитайте, посмотрите, игра интересная. И тут интересная ситуация, у нас тут божит просто Финикия с наукой и культурой, ездит своими каравеллами рядом со мной, вот это меня беспокоит, конечно. Я же продолжаю расселяться. У нас вот тут еще место для города. Еще я купил за веру поселенца. Вот сюда мы куда-то поселимся. Но я сначала судостроение открою, конечно же. И тогда буду использовать. Не хочу здесь вырубать холмы. Тропический лес. Пока мы тут занимаемся вот улучшениями. Надо, конечно, и черепах обработать, и железо как-то обработать. Ладно, давайте посмотрим, что мы тут ускорить можем. Две галеры. Математика. Вообще надо бы три лучника, конечно, создать. Несомненно. А здесь... И вообще надо... Да, тут сначала в госслужбу выйдем, а потом в наемники. Но вообще надо бы... по-хорошему юнитов построить и уже думать об атаке Окленда. Он, кстати, так хорошо тут захватывается, берется, то есть как минимум нам до лучников, трех лучников сделать, апнуть. Может, сначала в наемники выйти. Тогда две галеры я построил. Вот они тут у меня плавают. И, наверное, поставить карточку на юниты. Построить. Я мечника открыл, мечников я открыл. Блин, мечники, наверное, долго будут делаться. А, нет, надо дуболомов строить. О, как раз пока не обработано железо. Давайте поставим карточку на дуболомов. Их штуки 3 сделаем. Да и катапульты нужны. Ну, вообще, по-хорошему, я бы... Тут, кстати, таран апается в осадную башню, да. Окленд вряд ли построит стены возрождения. То есть у меня стен средневековья с мечниками. Даже не с мечниками, наверное, я пойду в... еще и в порох. Надо, да, дуболомы, порох, осадная башня. Подождите, а осадная башня, по-моему, не дает бонус против стен для пороховых юнитов. А, нет, просто не действует на возрождение, на стену возрождения, тогда окей. Ну, на возрождение и выше, на городские укрепления тоже. Тогда ставим здесь вот эту карточку. Тут, пожалуй, я все оставлю пока как есть. Так. Что в Токио у нас построено? Ага, так, мне надо еще Лян назначить. Лян, пожалуй... Назначу в Гифу, потому что лояльность тут может сейчас от Финикии очень серьезно на Гифу влиять. Хотя пока тут 24, но тем не менее. Все равно буду покупать рабочих. Ну и в Гифу тут у нас есть этот вулкан как раз. Потом можно будет Лян прокачать на работу против вулкана. Так, давайте дальше решать, что мы в Токио строим.
Ну давайте пока в Токио театральную площадь надо сменить, видите? То есть уже хочу закончить эту ромашку, потом я вырублю здесь болото и священочку поставлю. Уже священное место на плюс 4. Театралочка закончится скоро. Нет, тут хорошая ромашка у меня получилась, хорошая. Мне прям нравится. Так, куда пойдем? Что нам стоит вырубать? Жителей еще на промышленную зону нет. Да? Надо семеро. Тут хорошая будет промышленная зона после того, как ведук построится. Ну, наверное... Давайте шахты здесь ставить. Пока. Да и лесопилка нужна. Давайте сначала шахты. Тут у нас что, луг? Холмы. Так, я бы тогда, наверное, тут камень не убирал пока. Имеет ли мне смысл куда-нибудь Магнуса пересаживать? Что я хочу тут вырубать? В Нагано я хочу построить чеченицу, так? Наверное, я вот тут камень уберу. Вот тут я обработаю. Тут я уберу камень, сделаю... Поэтому сразу, наверное... Слушайте, а гавань я так еще не открыл, да? Потому что не обработал два морских ресурса. Так, хорошо, что у нас со священным местом? Плюс, да, тут плюс 3 как раз. А, вот в чем дело. Да, тут надо священное место ставить. Сюда я поставлю гавань. Сюда может быть на, в будущем центр коммерции. Тогда просто собираем. Ставим сюда священочку. Вот это, значит, вырубать нельзя нам. Тут что? Давайте смотреть кампус. Все на плюс 2. Священное место. О, ой, блин, купил клетку случайно. Как всегда я тут... Тут священное место на плюс 3. Блин. С промышленной зоной что? Тут плюс 2. Тут вот нету смысла ставить священку, потому что тут какой-то все-таки придется вырубать для акведука. Значит, похоже, вот сюда мы будем акведук ставить. Так получается, промышленную зону сюда, значит. Тогда священное место, кстати, в этом городе, я могу попробовать поставить вот сюда. Тут как раз театралка соседствует с тропическим лесом, его можно будет вырубить. Значит, сюда давайте священное место. Причем это для гифу будет. Но сначала вырубаем вот этот тропический лес, получается. Так, сюда ставим акведук. Это... Идет обрабатывать этот холм. Ну, сейчас вырубать лес тут нету смысла, потому что... Хотя под Магнусом, если я могу купить... Да, могу. Я просто потом эту клетку передам Гифу. Оба-на. Так, театралка закончена. Передаем Гифу клетку. И что мы тут строим? Ну,
еще дуболомов. Хотя бы штучки 3. Потом таран. Так, пока сделаем. Смотри, что у нас тут. О, Швеция хочет дружить со мной. Только Финикия не особо. Но мне кажется, потому что у меня армия слабая. Она может в любой момент мне войну объявить, конечно. Стал быть союзником Кахоки, но это у нас не страшно. Так, тут у меня все. О, я еще могу губернатора взять. Давайте, наверное... Вообще, я бы уже Магнуса... Ну, то есть я бы Пингалу посадил в Киото, конечно. Давайте все-таки подумаем, куда нам Магнуса тогда перебросить. Что мы такое можем тут вырубать? Ну вот, пшеницу мы будем вырубать. Лес. Так что поменять местами просто Магнуса и Пингалу сейчас. Похоже так, потому что тут я вот не собираюсь вот это вырубать. Тут болото еще можно под Магнусом вырубить для священного места. Да, наверное, так и сделаем. Значит, Магнуса Фукуоку, Пингалу в Киото и еще одного губернатора могу посадить. Я бы, наверное... взял Рейну пока в Сендай, чтобы быстрее там клетки выкупались. Религиозное влияние мне не особо важно. Двух послов. Да тоже пока не особо куда. Давайте Рейну в Сендай. Так. Так, пойдемся пока по городам. Тут у нас... Нету еды, потому что... Нету еды из-за нехватки жилья. И, соответственно, меньше еды накапливается и голодание. Это из-за того, что мы поменяли губернаторов. Так, тут тоже на производство. Здесь еда, производство. Просто производство. Ага, здесь еда, производство. Еда, производство. Еда, производство. Отлично. Хорошо, растем. Тут давайте глянем, у кого какая религия. Да, первый ход, конечно, в этой серии долгий. Я понимаю, почему хотели бы с таймером. У нас религия у соседей у Нидерландов и у Индонезии, которых я, в общем-то, и не вижу. Поэтому я бы, конечно, Швецию и Финикию попробовал... А, так вот где можно посмотреть, что у нас 20. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 18, да. 20 игров, просто я так долго не встречал никого, что я уже испугался, что я не 20 поставил каким-то образом. Кстати, еще ни одного города-государства не было захвачено, если вы не обратили внимания. Не было сообщения о том, что они захватили, хотя тут городов-государств очень много. Максимум. Трипхувана вон обратила какого-то одного. Ну, я думаю, что мы будем Финикию и Швецию обращать. Просто чтобы в хороших отношениях... Ну как, я не буду сейчас строить миссионер. У меня просто этот один миссионер. Тем более я могу пойти шведа обследовать всего. Жду открытия судостроения. Значит, пускай он тут стоит, чтобы плавать можно было. Анкарват построили, Килвуки Сивани построили. Да, кстати, я вот здесь хотел на самом деле строить храм Махабодхи. Но, по-моему... О, нет, еще не построен. 20 ходов, во-первых. Во-вторых, все-таки производство тут поважнее будет. Да, давайте я, наверное, куплю уже рабочего в Сендае прям сразу. И в других городах тоже. То есть надо заниматься... Ага, тут крабов. Давайте в Токио куплю
починю крабов и пойду обработаю черепах для гифу. И ускорим заодно гавани. О, так у меня тут еще заряды есть. Исследуем местность. Смотрите, вот здесь какая-то территория за горами тоже. Интересно. Там за горами, за лесами, маленькая страна. В ней живут люди с длинными носами. Там всегда жара. Ну, песня собственного сочинения на мотивы песни «Маленькая страна» Натальи Королевой. Военная инженерия продвинулась. Это я, по-моему, акведук построил, да? Да. Так. Шахта. Буду сразу уже дуболомов Кокленду куда-нибудь подводить. Чиним крабов. Тут холмы. Тут холмы. Кстати, можно подумать, что гавань можно сюда поставить. Так, пойдемте-ка вот это болото. А, нет, надо дождаться, когда Магнус приедет. Точно. Рис бы я тут не вырубал, кстати. Я бы, наверное, даже обработал. Так, вот здесь я, пожалуй, обработаю камень. Производство было. Табак-то у меня и так есть. Давайте глянем, можно ли с кем-то торговать. Серебро. У меня есть серебро. Так, два табака я могу, например, на два гипса. Еще ртуть у меня есть. Нету. Не, есть. Значит, гипс, алмазы. Черепахи я обработаю. Давайте смотрим, что с алмазами. Просто не пойдет на эту сделку. А на табак? Все, Голландия не хочет со мной торговать. Странно. Хорошо, а что? Индонезия? Ой, нет. Индонезия там. Финикию. Ртуть на гипс. Странно. Почему никто не хочет со мной торговать? У меня... Ну, вообще, плюс один всего лишь. Так. Тогда обработаем жемчуг сначала. О, навигация по звездам. Так, можно... Но все равно надо черепахи обрабатывать. Это... Так, а куда эта Финикия поехала расселяться? Только не на этот остров, блин. Где... Куда она вообще может еще влезть? Давайте посмотрим. Ну да, только на этот остров. Что, выкупать клетки? Тут я постою, потому что следующим ходом смогу спуститься на воду. Тут я тоже постою, подожду. О, а это у нас Египет уже здесь. Ну, слушайте, мне так даже повезло немного с моим этим месторасположением. У меня такой свой отдельный практически остров. Посадила губера, потому что иначе, видите, как у нее, она, у нее даже с губернатором ноль лояльность. Потому что у меня столица все-таки в 11 причем. А город голодает нормально. Это ничего. Военная инженерия и навигация по звездам ускорена. Так. Где мы еще купим рабочего? За веру. Давайте подождем и купим вот тут. Еще вообще куча всего не обработано. Так, тут 4. Надо как-то прекращать уже строить рабочих. Потому что рабочих я могу сейчас за веру покупать. Хотя у меня еще стоит карточка на строительство рабочих. На самом деле надо ее будет поменять. Так, здесь шахту. Это, кстати... Гифу относится, да? Да, отлично. О, следующим ходом эти черепахи добавятся. Как раз пойдем их обработаем. Вот мне интересно, куда этот поселенец пойдет. Я вот уверен, что вот на этот остров. Ну тут будет, тут вот реально будет лояльность эффективно давить. Нет, вон он куда высадился.
Au nom du peuple canadien, bienvenue. Пля-плю-пля. Je suis le premier ministre Laurier. Плю-плю-пля. Я, видите, практически по-французски разговариваю. Плю-пля-плю. Так, ну мы что уже? Раз, два... I cannot imagine any condition which would cause a ship. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семерых встретили. Что там, кстати, у Канады? Есть чем поторговать? Нет. Черепахи мне не нужны. Потому что они у меня самого появляются сейчас. Так. Холмы обработаны. Продолжаем обрабатывать. Все, можем плыть. Я даже, наверное, не буду обращать Швецию, я буду использовать их как... Хотя тут 5 распространения у меня. Как скаутов сейчас. Ну и у этого 5. Может обратить Швецию. Так, после судостроения навигацию по звездам. Нам надо уже гавани открывать. Так, что математика? Морские юниты плюс 1 к перемещению. Нет, давайте, пожалуй, военную инженерию. Тут мне порох важнее. У меня тут вся атака... На ГГшке без пороха закончится очень быстро. Так. Здесь кампус. Где у нас может быть священочка? Вау, плюс 6. Но тут не будет плюс 6, потому что я здесь вырублю тропический лес. Но тем не менее, плюс 5. С другой стороны, бананы минус. Так, акведук, где у нас может быть построен? Здесь. Тогда здесь будет производственный район, получается. Так. Давайте расставим. Тут священка. Тут акведук. Тут производственный район. И, кстати... По этому поводу можно прикупить рабочих еще в этом городе. Я бы действительно тут все так и сделал. Сначала священку вырубим. Этим рабочим я, наверное, вырублю под акведук место. Да, хорошо, хорошо, Финикия расселяется. О, Махенджо-Даро появилась. Да, мне туда... Будем сейчас отправлять туда послов. Ну, полное жилье от воды это не так круто. Кстати, давайте посмотрим, что у Канады 58-48. Ну, тоже неплохо выглядит, да, по сравнению. Но все равно Финикия прям божит пока. Финикия прям тут... Знаете что, давайте один ход пропустим в Ау-море и прям начнем сразу с гавани. Но строителя я тут куплю. Пропускаем ход. Еще раз повторяю, Shift-Enter. Вот как завершить ход, если у вас еще есть возможность строительства. Shift-Enter. Да, рис я хочу тут обработать. Вообще, тут бы холмы пообрабатывать. Надо будет купить рабочего следующим ходом. Поселенец поплыл. Вот сюда куда-то. Ну, либо сюда, где-то тут мы будем селиться. Дружба с Канадой сейчас будет. Пингалу прокачать. Я думаю, сейчас у меня будет
the possibility of victory in the attack. Значит, убираю создание строителей. Плюс одно жилье с двумя и более специализированными районами. Кстати, можно. И сначала первый посол у нас сейчас пойдет в Махенджи-Даро. У меня театралочки. Блин, жалко, нету священных никаких городов этих, религиозных. Это подстава. Пока. Сначала соберем бананы. Тут соберем рис. Так. Теперь плавно смотрим, что у нас тут. О. Кстати. Интересные места. Кстати, может, еще и здесь можно поставить город. Хотя тут, наверное, просто островок будет. Так, этого юнита сюда поведу. Ну, просто пока я выйду еще в мушкетеров. Так. Можно Мокшу в Токио, чтобы он как священный город влиял. Видите, уже Берута обратилась в мою религию. Кстати, религия тоже влияет на лояльность. Давайте в Токио. Мокшу. Так, черепахи обработаны. Чё дальше, чё дальше? Два хода до прибытия Магнуса. Давайте тогда сюда. Будем вырывать. Денег мало, да, я согласен. У меня просто один караван всего лишь. И... с этим караваном я особо денег не зарабатываю. Благовоние у меня, кстати, есть. По-моему, где-то я... да. Где-то благовоние я использовал. Поэтому давайте, наверное, с рыб начнем. С жемчуга. Так, ставим гавань тут. Здесь гавань плюс 5. Ну, в принципе, сюда ее и надо ставить, потому что все равно у меня соседства не будет нормального. Поэтому плюс 5 это круто. 38 ходов. Строится. Блин, чеченицу уже построили. Ну, потому что это, ребята, божество. На божестве все нафиг будет построено. Так, давайте, может, еще одного. Воина. Как раз госслужба закончится, и можно будет... Слушайте, а там копейщика никто не хотел? Их что Махенджи-Даро хочет? Великого ученого. Вот копейщика Хатуса хочет. Делать копейщика, не делать. Может же проблемы быть с этим? С селитрой, конечно. Все, может просто не быть. О, начинают на мою армию гнать. Хотя, она... вторая после меня по слабости Египет. Надо дружбу с канадцем заключить. Вот храм Махабодхи уже построили. Я бы просто не успел эти все чудеса построить. Просто без вариантов.
Что, делегацию к нему отправим? Вообще деньги нужны для... Так, а почему здесь не поставилась в очередь? А, потому что уже достаточно железа для строительства. Ну, давайте мечника тогда построим, ладно. Так, сколько у нас ходов до следующей эпохи? Пока дофига. Так, тут мы госслужбу заканчиваем, идем в наемники. Для этого надо 6 ферм. Все, так, служба. Так, так, так. Фермы я делал. Раз ферма. И все. Наверное, ускорение на 6 ферм не получится. Азамети топ капудан. Бен. Турки у нас в игре. Причем рядом с Египтом. Торговать с тобой. О, лисички. Взяли спички к морю синему. Пошли. За 3 золота вход. Ну, в принципе. А за 2 не хочешь? Нет, ну за 3... Слушайте, ну, я думаю, оно того стоит. Понимаешь, у меня денег немного. А, кстати, сейчас могу деньгами поторговать влиянием. Вот, например... А что там с компьютером, блин, голосовать в Конгрессе? Это какая-то... Давайте, вот, что хочет за 30 влияния? Например... Ну, вход лучше не делать, потому что она может войну объявить. Хорошо, она... Давайте я с кем... У кого дружба у меня. С Канадой, например, влиянием поторговать. Ну, 21 золото на 30 ходов. То есть, вот Канада точно внезапную войну не объявит, понимаете? Это вот приятно... иметь дело. Может, еще вход, что ли, что-нибудь? Не вход, в смысле, а единоразово, например, десяточку. Нет? Ладно. То есть это в итоге 630 монет. Что, чем плохо? Так. Теперь можно еще... Не знаю. Ну, Швеция... Я просто буду с Швецией торговать, потому что она дипломатическую поймаю, тем более у нее денег не особо много. Хорошо, давайте с Египтом. Она хоть там меня оскорбляет, но дружбу мы недавно заключили. Пятнадцать. На 30 ходов. Чуть маловато. А Рим? Рим, с одной стороны, мы не в дружбе с ним, но ему со мной воевать вообще, по-моему, никак неудобно. Да, он вообще ничего за влияние не готов давать. Голландия, кстати, тоже фиг знает где. Хотя фиг знает где, но они могут приплывать, знаете, эти компьютеры. 14, меньше, чем Египет предлагал. Ну, в итоге давайте с Египтом тогда. Принимаем сделку. Вот я уже имею... А где от Египта плюс? Потом разберемся. Начинаем вырубку. Ставим в очередь тут священное место. А тут и не такой маленький островок, в принципе. Может, сюда все-таки поселиться?
вырубил леса, производство исчезло. Делаем так в очередь. Как ведук. Да, ну Финикия тут, конечно, хорошо расселилась. Просто вот... Еще лучше положение, чем у меня. Так, один ход до умирания жителей, поэтому тут надо вот так сделать. Все, никто никуда не умирает. Что ж, половина игроков у нас видна. А, сюда я хотел. Просто мешается пока. Следующим ходом тут будем вырубать болото, потом идти... Вообще, если я Финикию обращу в свою религию, то у нас с ней будут хорошие отношения. Сколько вообще? 14 городов, католицизм 15. Ну, я даже неплохо так, видите, все религии примерно одинаково. Просто мне повезло, что рядом со мной нету цивилизации, которая основала религию. Поэтому пока все путем идет. The taxpayer. That's someone who works for the federal government, but doesn't have to take the civil service examination. С двумя и более повышениями таких у меня нету. Зато союзы можно заключать. Давайте. О. Рим уже хочет дружить со мной. Так, дают мне там деньги-то? Да, Клеопатра 15, Ларье 21. Хорошо. Так, с кем союз? Во-первых, надо союз со Швецией. У него, кстати, хорошие отношения с Финикией. Хотя экономический. Блин, 6 вход. А чё так дорого? Хорошо, а Рим? А, у Рим еще не открыл союзы. Хорошо, Египет. Это вообще 9 вход. Ну, давайте раз со Швецией тогда все-таки заключим союз. Дорого, но... А не хочешь на закончить ресурс? За жемчуг. О, нормально. Просто 7 заплатить. Потому что вход я не хочу платить. Очень хорошо. Так. Теперь мне надо как-то копить деньги на апгрейд юнитов. Вырубаем клетку, вырубаем ее и передаем клетку в Токио. И в Токио строим священочку на плюс 6. Плюс 6. Да у меня тут все эти должны уже быть, видите? Тут плюс 6, тут 4, 6, 5. Просто вообще... Зупа-дупа. Если наглянуть ресурсами, поторговать. Посмотреть, может, не сюда, на этот. Куда мне лучше вот сейчас этот город ставить? Сюда или сюда? Вот в чем вопрос.
тут, конечно, ресурсов просто, смотрите, немерено вокруг насыпало. Блин, я бы сюда поставил просто, чтобы финики и не дать. Честно говоря. Так, пойдем этим рабочим к этому городу. Будем тут обрабатывать, когда поставим. Там еще и янтарь, которого нету у нас. Финикия расселяется вовсю. Египет сейчас будет ставить город. Блин, у шведа тут тоже классные места. Короче, у всех тут классные места. Всем с местами завезло, я смотрю. Мечники мы закончили. Блин, тут, конечно, центр коммерции плюс 5. И, в принципе, кстати... постановка здесь центра коммерции благополучно заменит соседство тропическим лесом для этого города. Хорошо, что с промышленной... И промышленная зона плюс 5 там... Да, ну то акведук вот у нас тут строится. О, блин, мне надо вот эту клетку выкупить. Иначе Финикия, блин, 70. Так, я думаю, тут надо делать так. Здесь акведук в будущем, здесь... промышленная зона, здесь центр коммерции. Причем сначала мы строим амфитеатр, что с Махенджо-Даро уже 3 посла, так? Но покупаем тут строителя. Буду сейчас вырубать этот лес все-таки и ставить там центр коммерции. Так, что у нас по губернаторам? 11. Здесь невозможно без... Так, тут на еду. В Гифу на еду ставим. И в Сендае на еду. Хотя тут не хватает все равно. Блин, в Синдае бы гавань, конечно, плюс 5 гавань. Пангеи ультиму нашли. Все-таки на Пангеи играем. Так. Следующим ходом надо обязательно это железо выкупить. Блин, я не поменял... карточку, ладно, сейчас поменяю следующим ходом. Нет. Как-то ты мало предлагаешь за 20 влияния. Осман и Шедет, а там Египет выносят. Опа, она дает... Ну вот это, кстати, интересное предложение. Вот это мы возьмем. Начнем уже туризм потихоньку генерировать. Those who in quarrels interpose must often wipe a bloody nose. Так. Хотим содержание юнитов. Дополнительный ресурс. Нет, это мне не надо. Создание строителей. Бонус соседства кампуса. Давайте просто производство поставим пока.
тут вырубаем тропический лес и ставим центр коммерции в очередь. Нужны уже караваны. Кстати, ко мне пошли караваны? Нет, только к охотке. Я просто заключил союз со шведом. Думал, может он что отправит ко мне. Так, холмы надо обрабатывать. Тут производства нет вообще. Да, надо накопить еще веры, купить поселенцев сюда, поставить сюда. Ну, у меня не так плохо, вот меня смущает постоянно только Финикия. Хотя она не особо далеко вырвалась. То есть кто-то, всего лишь еще один игрок у кого-то получше, чем у Финикии. Так что, в принципе, мне нравится, как мы тут идем. Думаю, что этим миссионерам, наверное, сейчас Финикию буду обращать. А тем миссионерам... Швецию. Так, подождем основания города. Так. Ну что, промышленную зону уже ставить? Коки храм строится. Так, здесь уже построено амбар. Ну, тут, конечно, тоже бы промышленную зону не помешало. Потому что производства нету в городе. Так, давайте, наверное, куплю еще строителя. Здесь покупаю, потому что лян здесь. То есть это плюс дополнительный заряд. Здесь, значит, вырубаем лес. Так, ну у меня 5 зарядов, в принципе, можно начинать обращать. Что тут? Сразу, чтобы эти города уже давили на новые. Там война, я так понимаю, Египта с турком. Да, причем Египет, судя по всему, сливает. Конечно, эти святилища тоже строить, потому что они культуру дают. С радостью приветствуем вашу делегацию. Так, нам надо тоже делегации куда-то поотправлять. Мы приняли делегацию Канады. Так, что у нас с селитрой? Отлично. Надо сразу обрабатывать. Больше нету, да? Блин, еще надо эту клетку купить быстрее. Так. Больше давайте поищем на карте. Смотрите, реально просто один источник из того, что я вижу, и у меня он. Ну, тогда хорошо, из того, что я исследовал. Надо быстрее обрабатывать.
меня тут, оказывается, скаут бездействовал. Давно хотел его использовать, когда, ну... Плавать можно... Смогли мы юнит, надо было тогда его использовать. Так, этого рабочего здесь, холм обработать. Этот стоит, ждет открытия пороха. Так, ну давайте в порох пока пойдем. Так, вообще, сначала бы арбалеты открыть. Ну, смотрите, у меня будет 3 арбалета, 4 мушкетера. Раз, два, да, 4. И таран, который будет позволять мушкетерам игнорировать стены. Я думаю, Окленд возьмется. Обращен. А, вот Under the White Cliffs battle. Вообще сверху от меня. И очень недалеко, между прочим. Вот мне бы с Индонезией еще союзец. Давай, не знаю. Религиозный не хочешь? Ага, ну я даже, по-моему, готов заплатить за это. Не, ладно, просто деньги возьмем. Что по ресурсам? Есть ли у кого-то ресурсы, которых нет у меня? Ну вот гипс как раз, который... Хорошо, если я просто поторгую с тобой гипсом. 9. Блин, надо было на союз. Тут 9 золота вход как-то много. Что еще? Алмазы у Голландии. Алмазы и гипс все еще до сих пор. Ну, вот это нормальное предложение. Тут можно согласиться. Ну, то есть она сейчас поставит тут город, кстати, на селитре. Вот еще одна селитра нашлась. И... Он сам обратится в мою религию, потому что, видите, вокруг города. Мне вот надо идти вот эти города Финикии обращать. И мы станем очень дружественными нациями тогда, явно. Так. 2 посла у меня есть. Ну, в принципе, мне их некуда пока отправлять. Храм завершен. Что мне сейчас лучше вначале построить? Промышленную зону или центр коммерции? Ну, с промышленной зоны, конечно, центр коммерции побыстрее будет делаться. Ладно. Тут лес надо вырубить сначала. Вот в чем дело. У меня рабочие все где-то далеко сейчас. Блин. Ну тогда центр коммерции, видимо. Причем тут районы еще друг на дружку влияют офигительно постоянно. Вот эти построенные здесь. То есть у меня тут такая двойная ромашка вообще.
И это именно за счет Японии офигительно. О, Харальд Суровый еще есть. На карте. Швеция торгует с Индонезией. Democracy, it's your vote that counts. Феодализм открыт. Feudalism, it's your count that votes. Строители получают на два действия больше. Вот это надо ставить сейчас. Так, покупаем. Пойду еще железо обработаю, конечно же. Так, тут таран стоит на месте. Этого парня, у него одно действие, да? Я отправлю сюда. Лес вырубать. Так, тут еще город на другом континенте обрабатываем янтарь. Это первый ресурс янтаря у меня, да? Да. Пожалуй, с монумента начну. Бар. Мне все равно хочется и сюда какой-то город поставить, и сюда. И тут, наверное, не знаю насчет Кахоки. Вот Кахоки как-то мне не особо... Хотя тоже найти в моем поле, но Преслов я бы тоже взял. Преслов и тут город еще поставил. Так, ну подождем, пока там, так, лунд обратили. Какие у нас тут следующие города? Стокгольм. Сейчас шведская столица примет синтоизм. Совершен акведук в Гифу. Ну, наверное, так, что со священным местом? Там плюс 3. Я бы, наверное, начал все-таки сначала с промышленной зоны. Плюс 6. Просто плюс 6. К производству. А священочку уже так поставил. Театр. Вот недостаток денег. Делает то, что я не могу покупать здания, мне их приходится строить. А с производством мне не очень. У меня не очень, как мне кажется. Кстати. Лесопилки будут. Не люблю что-то эту цивилизацию, которая против меня. Да вообще как-то мне не очень просто в игре. Не знаю почему. Так, мы еще знаем, что у нас есть... О, Франция объявляет войну Нидерландам. У нас еще Франция и есть Норвегия, точно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12. То есть еще где-то 8. Ну сейчас как всегда, знаете, в конце игры найдем Корею, которая улетела далеко-далеко. И будем... с грустью смотреть на ее
развитие, видимо. Так, железо хочу обработать. Кстати, ни один вулкан до сих пор еще... У меня вообще, по-моему, не было никаких стихийных бедствий вообще в этой партии пока. Вот вам и четверочка. Так, я, наверное, обработаю здесь табак, а потом лес. Так, а какая клетка тут будет первая добавляться? Вот это с черепахами... Знаете что, пойду-ка я лучше лес вырублю. Что тут стоять рабочим, ждать чего-то. Нафиг надо. Высаживаемся, будем сейчас города тут Финикии обращать. Так, тут... Я сюда пойду. Тут мы вырубаем лес. Так, обращаем Стокгольм. А, вот где мап... О, мапучи захватывает шведов. Вот, блин. Моих союзничков. Но он из Финикии, кстати, воюет, мапучи. Какой злой мапучи-то. Оказалось. Так, рабочего покупаем. У меня сейчас строители с 6 зарядами идут. Следующим ходом наемники открываются. А до пороха нам 8 ходов. Долго, конечно. Мне сейчас надо будет поставить карточку на апгрейд. Надо будет апнуть в арбалеты. Выведу. Как бы сила особо не нужна. А, значит, у меня 5 воинов, я так понимаю. Нет, 4. 5, да, мечник еще. 5 воинов. То есть у меня 5 будет, если что... Мушкетеров. 3 арбалета. Ну, блин. Я по науке, конечно. О, повесть о Гензи. Отлично. Отлично. Что-то мне все сбрасывают свои шедевры. Очень рад. Хорошо. Да, кстати. Правда, у меня только один амфитеатр пока. Ну ладно, на этом я эту серию закончу. Продолжение должно быть, по идее, завтра. Спонсоры канала все серии видят сразу. Напоминаю, у нас тут челлендж именно культурой попытаться победить. О, какую-то ачивку получил. Меди Ресторейшн. Ну, в следующей серии уже скажу, что это за ачивка. Не стремился к ней, но получил. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!